Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Сегодня я хочу вам рассказать, как записаться на курсы. Часто спрашивают о том, как записаться, как пройти, где ссылка на регистрацию и так далее. В личку по возможности отправляем эту информацию, но можно посмотреть ее, нажав на вот тап-линк. При этом вы перейдете по ссылке. Здесь есть у вас возможность подать заявку на обучение на любой курс, то есть нажав сюда, вы переходите на сайт, где у вас есть форма регистрации на любой выбранный курс. Также на сайте вы можете ознакомиться с теми курсами, которые у нас есть. Отдельно можно посмотреть вот сайт, здесь информация по курсам и по учителям и другая важная информация. Также, пройдя по ссылке на YouTube с уроками, вы можете посмотреть те видеоуроки, которые выставлены в свободном доступе. Видео различные по арабскому языку, по Корану. Также плейлисты вы можете найти, да, по урокам. Доступно, и в любое время вы можете их пересмотреть, те уроки, которые есть в свободном доступе. Также здесь вы можете увидеть ссылку на телеграм-канал, сейчас я не могу пройти с телефона, где есть также объявления в этом телеграм-канале, и они самые свежие, то есть первое, куда мы выставляем какую-то информацию, это в телеграм-канал. Далее есть ссылки на описание некоторых самых таких популярных, можно сказать, курсов. Теоретический курс Таджвида, курс Атлас Эмена Суэйда, Таджвид по книге Тасира Рахман. Этот курс сейчас вот в процессе набора. Также на продвинутый уровень по Риваят Уарш, Тасхих и комплексное заучивание и науки Корана. На арабский язык есть наборы по Ан-Нашиин и первый, второй и третий том. И арабский есть Аджуми. При желании получать индивидуальные уроки, вы можете получить такие уроки от Умналик, от меня или от других учителей. Также можно перейти и узнать краткое описание требования знаний. Также видеоуроки для начинающих. Это то, что в принципе есть на YouTube-канале отдельно. Здесь они выставлены вот в таком режиме каждый отдельно. То есть, кто желает, может пройти по ним и посмотреть, например, весь список видеоуроков для начинающих, которые выставлены. Поэтому если вас интересует какой-то курс или запись на какой-то курс, вы, выбрав, уже посмотрев, что вы хотите, можете нажать на заявку и там отметить нужный вам курс. Если вдруг вы не определились, вы можете это тоже в своей анкетке при заявке пометить. Модератор с вами свяжется и подскажет, ответит на ваши вопросы, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.